Русская, Камерон Диас. Такое сравнение лестно, но и ко многому обязывает. Полина Максимова держит планку. Сейчас никто не рискнет проводить аналогии между актрисой, ее экранной героиней, глупенькой блондинкой из популярного ситкома. Знаменитость готова на крайности и ненормальности. Ради роли, но если действие не оправдано драматургией, легко найдет сотню поводов, чтобы не играть. Личная жизнь артистки не отличается стабильностью. В прессе каждый год появляются слухи о новом бойфренде. Максимовой приписывают роман с коллегами и представителями других сфер в беседах с журналистами. Она охотно рассказывает о своих идеалах и требованиях к мужу. Ее привлекают немногословные спутники. Полина не переносит псевдонежность и глупые прозвища вроде «зайки» или «котика». Ухажеру придется терпеть нелегкий характер амбициозной актрисы, которая большую часть времени посвящает работе. В 2012 году Максимова объявила, что ее парень Алексей Самсонов, с которым она познакомилась на съемках сериала «Девчонки». Актриса открыто и подробно рассказывала прессе, за что любит избранника, отмечала брутальность мужчины и отказ от алкоголя и сигарет. Полина представила его родителям, снялась вместе с ним в выпуске «Дома-2» и выглядела очарованной новым избранником. Поклонников смущало только поведение Алексея. Он продолжал флиртовать с симпатичными девушками. В итоге подозрения оправдались. Оказалось, что романтические отношения актерской пары – это полностью срежиссированный пиар-ход канала ТНТ. Молодые люди в точности выполняли указания руководства. Свидания, совместные фото и прогулки были частью контрактов, а не реальными чувствами. В тот период у Полины был и неподдельный роман с заслуженным мастером спорта, призером Олимпийских игр по плаванию Никитой Любинцевым. Они встречались в Лондоне в 2012 году и с тех пор долгое время не расставались, хотя и жили порознь. Молодые люди признали, что это была любовь с первого взгляда. Спортсмен обожал Максиму и горячих чувств не скрывал. Пара проводила все свободное время вместе, посещая музеи и театры, гуляя по красивым местам города. Никита, по словам актрисы, уважал ее работу, не ревновал к окружению и популярности. Однако любовь на расстоянии оказалась слишком тяжелым испытанием. Пловец тренировался в США, Максимова снималась в России. Несмотря на разговоры о скорой свадьбе, влюбленные остались. В 2015-м в интервью журналу «Максим» Полина призналась, что уже не живет с мамой. Но не осталась одна. Она нашла идеального мужчину, однако не спешила раскрывать личность нового избранника. Вскоре артистка вышла в свет с Максимом Гуровым, которого папарацци объявили новым бойфрендом. По фото в Инстаграме фанаты сделали вывод, что Максимова беременна. Слухи о детях оказались преувеличенными. Полина не отрицала, что возникла искра между ней и Алексеем Воробьевым. Точнее, отношения с мечтой миллионов девушек она охарактеризовала как фейерверк. В 2019-м Максимова стала жить под одной крышей с Егором Корешковым, звездой фильмов «Горько» и «Отель Элеон». Партнер по сериалу «257 причин, чтобы жить» сначала оказывал анонимные знаки внимания. Ее подкупили слова мужчины о том, что при взгляде на лысую Полину ему захотелось о ней заботиться и оберегать ее. Экстремальную стрижку актриса сделала ради роли больной раком. Кроме этого, еще и похудела на 10 килограмм, чтобы в другом проекте маленькая голова смотрелась симметрично в сравнении с телом и конечностями. Друзья влюбленных сообщили, что они уже познакомились с родителями друг друга. Больше всего Максимова переживала, как воспримет очередного избранника отец. Однако папа Полины счел Корешкова подходящей партией для любимой дочки. А съемки в «Вечернем Урганте» в апреле 2020-го подогрели предположение о скором пополнении в семье, тем более что Егор обмолвился о готовности продолжить род.